С 22 по 31 мая на территории города проводится операция «Безопасный дом». Главная цель – профилактика имущественных преступлений. В ходе операции сотрудниками отдела вневедомственной охраны будет проведен поквартирный обход жилого сектора, а также беседы с гражданами на тему сохранности имущества. Согласно анализу совершенных преступлений на территории Малонецкого автономного округа, четверть всех совершенных преступлений – это кража чужого имущества. И как показывает практика, что в настоящее время одним из наиболее надежных способов обеспечения сохранности имущества является охрана квартир и иных мест хранения имущества граждан при помощи технических средств охраны, в том числе и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники отдела вневедомственной охраны рекомендуют гражданам обратить внимание на вещи, оставленные в подъездах. Это коляски, велосипеды и другое имущество, которое может стать легкой добычей преступников. Гражданам необходимо либо заносить вещи домой, либо использовать блокирующие устройства.